Шестиклассник Никита – мальчик с большим сердцем. Свои выходные он провел в школе. У него была важная миссия – помогать в сортировке гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Луганска. Мы с моими друзьями и одноклассниками собрали коробки, заклеили их и с теплой душой их отправим детям и тем людям, которые сейчас страдают. Никита и сам принес игрушку. Кстати, именно одинцовские школьники начали акцию «Доброе дело». Их поддержали все неравнодушные. Остаться в стране не смогла министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова. Она привезла продукты питания в Звенигородскую школу номер 4, где расположен один из пунктов приема гумпомощи. Просто наш менталитет русский, сострадание, мне кажется, это вообще наша национальная черта. Мы всегда относимся ко всему через вот эту богатая русская душа, которую мы пишем в книгах, которую мы ставим пьесы, которую мы снимаем кино. Мне кажется, ни один народ так не копается в собственной душе и в своих эмоциях, почему у нас одно или второе вот так вот вызывает такой большой наплыв чувств. Это абсолютно национальная черта русского человека. Благодаря акции «Доброе дело» прибывшие к нам жители Донецкой и Луганской народных республик получают продуктовые наборы, бытовую химию и многое другое. Глава округа Андрей Иванов принимает самое активное участие в этой работе. На этот раз приехал с гуманитаркой на пункт приема в Акуловской школе. Так, кто у нас принимает помощь? Здравствуйте. И с пустыми руками. Так, у вас здесь продукты питания, товары первой необходимости. С миру по нитке. Сегодня как никогда понятен смысл этих слов. В Одинцовском округе действует 113 пунктов приема гуманитарной помощи, куда любой желающий может принести вещи или продукты. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».